Там тешить будет. Я. Огадай. Лапы нет, там. 300 баф есть. О, по бафам у нас пизда, конечно. Рыбу давай. А рыбы у меня нет. Ой, есть рыба? У тебя есть, ты ж мувик, сука, накладывал, я смотрел, что ты пиздишь? Да я в банк ее закинул обратно, блядь. От ГБ поставить. Да нахуя вам рыба, вы чё, блядь? Ну, сначала, блядь, сначала скилл убейте, пацаны, блядь, перевод. Давайте, в натуре, нахуя рыба, блядь? Подожди, я забей, возьму. Забей на рыбу. Турбо, дай пирожков. Это же на, десятка, блядь, зачем вам рыба? Рыбу тратить, ты рыба, понимаешь, какими трудами она достается? Я а, нахуй куплю, блядь. Блядь, с какими трудами я уже проебал, сколько рыбы на вас, блядь. А ты ее сам делаешь? Я покупал навыки, тогда вам закупил 20 навыков. Ебать, вот тебе делать нехуй, блядь. Ты знаешь, что вот скрафтить один стак рыбы надо 12 кулинарных наград, блядь. Сколько на одном персе ты кулинарных наград в день делаешь? Давайте, пацаны, поехали. Давайте не обосремся, пацаны. Так, все, все по бафам вроде есть, вот так мало бафов, аж одна линейка, блядь. Мак дал, давал столик? Мак давал столик? Да, сзади стоит. Он наверху стоит. Во. Да, его не видно было. Кто тут тактики не знает? Да все знают. Максимум, максимум желание. Под... Ай, похуй. Я хава, пацан. Хава. Сели, жрем булки, ну. Хилы прохиливаем. Чё лок не ест? Лок, чё не можешь еду есть? Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Готовить еще притяжка будет. Бежали. Я даю ШВ. Блять. Кто это знает такой, блядь? Прикачно. А, сука, это вот это обморожение ебашило. Не пойму откуда. Да хуя что-то настакал. Без такого обморожения? Ну так, помню, для справки, вообще стакалось, блядь. Так, для справки друидов-то у нас нету. Что вы делаете, собираетесь? Мы можем и без него убить, надо, блядь. Ты уверен? Заморозьтесь. Заморозьтесь все. Все, остальные умирайте на бомбах. Кто не успел заморозиться. Только это. После атагра отбегите сразу. 10 стаков не стакай. 4 стака стакай и стопы. Да у меня просто до этого вообще, блядь, не набиралось само по себе ни разу. Что-то сейчас. Ну тут сделали, что набирается фонтами, да. Отбегайте сразу. Еще и мышка выебывается, блядь. Надо, чтоб сейчас два лока СС раздали. Скорее всего это будет. А локи в дискорде? Не знаю. Сколько? 11 тел. Поле пал, вижу, и два пуга. Когда хант падает, это сразу минус 10% силы атаки. Это очень хуёво для милика. Тут надо хорошенько подумать, на кого отдавать СС. На кого-то вам. СС на хила и на танк. Ну, только один сейчас, без кода. Вот при сту нельзя умирать, он один. Это гимн мана, блять, и хп, нахуй. Ну при сту давайте, я встану. Если прист у нас умрет, считай, мы не убьем. Хил сядет по мане. Шаман.
кроме как гимном, блядь, никак не ресит ману. Тотем и гимн, все пиздец. Короче, Джованни, включай себя в ротацию, блядь, этот, взрыв разума. Так он, чтобы мана регенерировалась. У него нет, у него 4Т10. Да? Ну-ка. Да. Все, надо тебе через взрыв разума играть, даже если КД, все равно играть. Надо сейчас будет не иногда, а по КД. Так, пристабав. Но этого все равно будет недостаточно. Если шаман сядет по мане, нужно прям, смотри, нужно, если ты садишься по мане, у Неверслипа мало маны, нужно поставить тотем, и, ну, читать гимн и под него ставить тотем, потому что, когда читаешь гимн, количество маны увеличивается, и тотем в процентах от количества маны резает ману. Так ты фулл столб маны резнешь, но это один раз только за бой, считай, когда это большое. Ну. Лоу. Он куда-то с дискорда вылетел, нем? Не знаю. И это лук как раз. А не лук. Перец мою, блядь. Что надо делать? Да похуй, скажи, идите на. Чё, мы бляем? Тебя ждем. Все подтвердили, да? О, у нас один лук хороший есть, вот на котором крестик. У него вкачанный талант, который мана регенит, как от Редрика. Ну хоть какой-то молодец нашелся. Ну не сгинь. Тогда шапешника можно не бить. Нужно бить. Оно не стакает. Почему? Оно на рейд идет, по идее. Это восполнение. Рейдрика должно идти на рейд. Я не знаю, может остальных тоже на рейд. Там группа или рейд пишет, по идее. Но я вообще не вижу этого восполнения на себе, блядь. Так ты вар. А я товар, а с бафов у нас все равно должно быть. А, идет, идет. Угу. Привет. Минус хули. Ложимся. Сейчас, белку и антробайс буду кидать лучше. Вот это перегар. Клыкаешь ты еще... Вообще... А, нет, ты на пуливаешь это. Не должен был сорваться, блядь. А чё, кто сорвал маг? А походу маг сорвал, я не знаю. По идее, да? Больше некому, но. Пусть холипал сальву кинет после кофе. Дилку я на него кидаю. Холипал, прибегай, все, фулл ребаф, я знаю. Давай, мастер. Еще до второй фазы не дошли, а уже, блядь, проблемы, нахуй. Мастер кинет дилку. Еще до первой не дошли, блядь. А Войд кинет дилку на холипала, потому что холипала... Холипал не сливает, бро, если, блядь, он не включает неистовство. Там ХП мало у холипала, посмотри, там 20 тысяч, блядь. Он не отбежит от притяжки, умер. Я хорошо, что я тебя не слышу, да, я звук скучу, блядь. Угу. Теперь повтори, что ты сказал? У Холипала очень мало хп. Если он не отбежит, он умрет от притяжки. Да и хуй на него, блядь. Так он фулл латный, блядь. Чё, мало хп, я не знаю. Чё? На, он не голосовал за сервера. Чё там, чекай. От притяжки мало, 30 камней. Блядь, да не, не мало, но зависит от того, будет ли стакин. Все, пуляем. Садимся жрать рыбу. Ой, не рыба, это. Видишь, шаман может сам стать шаман.
Обдилка, она же уменьшает урон. Я бы на полипала дал. Уменьшает урон по танку, поэтому я на танка и кинул. На Холипале и на Джованни освобожденка, осторожно. Полстак и не взрывай так сильно. Танка прохил. Чё, в тотем дал? Чё, в тотем? Вмешательство. Угу. Так сильно скреп не бейте, пол хп оставьте. Стоп. Глыбом стоп. Ну, блять, нам вот что делает? Ебанутый же. Меня слово. Бля, ебать даун. Ложи, зачем ему доты вешать, я не понимаю. Я охуею. Рыбу вам больше ставить не буду, пошли вы нахуй. А я тебе говорил, нахуя вам рыба, блядь. Сначала посмотрите, что вы что-то можете, блядь. А ты рыбу тратишь. На такую хуйню, блядь. А я спрашивал, кто тактики, сука, не знает? Да тут, ну... Нахуй нам тактика, давайте разбивать глыбы, нахуй, и просто захиливать, ёбана в рот. Мы ж тупые, ебать. Хули. Блять, я так вижу, я в глыбе, вы, блять, не можете понять, что нахуй так глыбу нельзя, блять, разбивать, да, на? И вам надо, сука, говорить, когда стопать. На каждом, сука, циферке, блять. С хп у меня хуйня, конечно. Пусть знают, там, холипалы, шам. Чтобы я не стоял там с 30%. На холе поле была освобожденка. Да и похую на нее, блядь. Че, 30 стаков было, что ли? Он себя взорвал нахуй, он 10к хп осталось. Ну так, блядь. Стопани раньше, когда у меня хп нормально, когда притяжки нет. Потом, блядь, 3 стака на копину захили. Я понимаю, что у нас РДД пати, но, блядь, доты, сука, не вешайте. Либо раз повешали, больше не обновляйте, не домашки, нахуй. Лу поднимается. Так и чё, рез были? Я тебе только что резал, мой с резом. А, у тебя ещё катана. Лок добежал, пробафлился. Ну как добежал? Чё-то добежал и стоит. Ну. Так, вот давайте вот. Что-то одно. Или тотем ото льда, чтоб стоял. Или чтобы... Ты ставишь тотем шейпер ото льда? Нет. А почему? Аура-то приоритетная вот эта хуйня, у нас рейд кастеров. Тотем ото льда вместо какой-то хуйни должен стоять. 130 резиста. У меня 180 суппорта, блядь. Я-то да, у рейда нет. Ну-ка поставь тотем ото льда сейчас. На. Вот, 485 резист, заебись. У нас даже лапы нет, потому что в резист 75. У тебя фрушмот есть какой? У меня нет. Я всегда без него танчу, бог. Лапу дали. Лапы... О, дали лапу, да. Хорошо. Чё-то у нас бафы вообще хуйня какая-то. Всё, бля. Поэтому я не хотел, блядь. Хотел танчу в ДК. Два твика ещё, один кто-то на АП, один на ХП, и у нас всё хватает. Подходящая цель. Глупцы!
тотемная МП5 стоит. Все у нас есть, блядь. Я еще и РДДА понял, как это как. Да у нас еще, бля, Devil Lock рвет огромно. Нахер дилку, бля. Даю ШВ. Полипал, блядь. Вставай ближе, чтоб тебя притягивало, и ты сразу отбегал, на. Они вообще в Дискорде? Да, он Дискорд. Пошли наверх. Сейчас вообще по мне понты бьет. Я опять метки. Так, сейчас я вам скажу. Близко как. Слева падает, спрятались. Метки до половины и стопнуть по ним. Вторая глыба справа, перебежали. Все, не бейте метки нахуй. Уберите всю хуйню. Не бейте больше, стойте на месте. По центру падает. По правой стоп. Потом разобьете. Последний. Давайте я соло подоложу маленько. Все падает рядом, да, справа. Упадет и сразу разбивает. Последний упадет, разбили. Вы можете даже обменяться дилками. Я знаю. Два лока нахуй по огрозу выше всех. Я выше. Не знаю, что ты выше, блин. Но локи тебя догоняют, понимаю. Ты догонят. У меня ШБ откатилось, если что, на притяжке там даю. Ближе, дальше. Это нормально. Так. Право далеко. Лок. Тебя не должно пройти. Так, центр лево. Правый. Забежали. Стоп по склепам. Стоп, нахуй. Руки убрали вообще. Третья глыба падает, слева близко. Танк забираю, выбегаю. А, танк в склепе, да? Нет, я вот. Нет. Разбили. Выражение больше, много не стакайте, милики. И вам что легче. ШВ должно откатиться как раз на притяжку. Дал ШВ. А Лока чего дамаж получил? Портал, что ли? Что, последняя звёздка? Какая по счету? Вместе не бегайте. Это третья, по-моему, была. Да. 5 минут до берсы. Лево далеко. У нас хватает ДПС, если что. Лево там же. Стоп по склепам. Справа близко, забежали за склеп.
Стоп по правой. По правой стоп, руки убрали. Слева близко. Разбили. На вторую фазу, первая глыба бежит налево, вторая центр, и так по очереди. Скоро вторая фаза готовим. Близко к центре метки не ставить, потому что он начнет ее кидать. Вторая фаза. Не стакаем стаки. Devil Lock налево. Слишком близко назад пошел, назад. Нормально же. Он прям перед лицом пошел. Разбили милики. Я для тоже. Следующий центр. Не, где ты там? С центра уйдите. Отойди, кто там? Дурачок, квадрат, дебил. Полипал он. Блять, полипал, ты чё, блядь? Дал, шива. Помогаете, я один не разобрал. Джованни, хили. Джованни, помогай, хили. Метка, метка, уходи. Я думаю, СС на нем не было, да? Не было. И он никак не встанет. Ну чё, Джованни, помогай, хили. Бля, последний хил. Прожмись, один разбил. Дим, на хп читай. Локи лики, дайте, локи лики. Падаем. Нет. Полипол, нахуй ты стакаешь? У тебя вообще дебафа нету, блядь, что ли, на? Ты не видишь дебафы свои? Дело в этом, что он, блядь, просто подошел, заморозил. Да не, его ответный удар ебанул, походу. Умер, удар. Таинственная энергия 5 стаков, блядь, минус 75%. Минус 19%. Причина. Попробуем таинственная энергия 5. Полипал, ты в дискорде? Полипал, ты в дискорде? Ты видишь синюю галочку над головой игроков? Когда была взлетка, босс на двух игроков такие синие галочки ставил. Ты их видишь? Скажи, пожалуйста, да или нет? Ну, долго молчишь. Вроде да. Так вот, вроде, если ты стоишь в 10 метрах, в 15 от человека с этой меткой, ты получаешь такой же склеп, как и этот человек. Что же такое склеп? В склепе нельзя ничего кастовать. Нельзя ничего делать. Чтобы ты освободился, тебя нужно разбить. А ты все-таки хил. Один из двух хилов здесь. Вайп сейчас из-за того, что ты заморозился. Еще и сдох там. В глыбе получил урон. Ну, блядь, если он знает, я такой хуйни не хочу видеть больше, Холипал. Отбегай от людей, которые замораживаются в склеп. Вторые склепы здесь нахуй никому не нужны, блядь. А вопрос второй, нахуй. А что он там делал, что он бежал с левой стороны на центр, блядь? Просто в центре он где-то под боссом стоял. Рыча на пол. Вот не хочется третьего хила спекать прям. 18 тысяч склеп, 14 тысяч ответный удар, нахуй. Сколько ты стаков там накопил, блядь? Пиздец. А он под 5 таинственной энергией был, поэтому даже 2 стака его, походу, нанесло столько. За первой же глыбой все весь рейд должен скидывать нахуй, иначе здесь босс не убивается. Скидывать эту энергию, блядь, за каждой глыбой. Что танки, что и остальной рейд, блядь. А потом все остальное. Скинул, хилишь, бьешь. Не скинул, блядь, идешь скидывать нахуй. Да и патер, ДД, пусть дота обновляют на себя. И нахуй саппорты. Саппорты только танка максимум, что надо, блядь. Блядь, привыкли на этом сервере под саппортами только бить нахуй. Руки нахуй не нужны, да, блядь? Ну чё там, чекать? Да саппорты это не дал, по крайней мере здесь 10 опыта.
Дай лок. Все, блин. Сели, жрём. Невер чё, под Сопротом, блядь? Не знаю. Это Скары вчерашний остался. Двухчасовой. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскала унесут! Трубой сближе подойди, дил куда. Не бей пока. Трепещите, смертные! Ещё бей. Джованни хулипал на вас этим. Освобождён. Какая протяжка будет? Дам Шевену. Пока Шевен под все протяжки накапливает. Че, инвиз отдал? Дал Шевен. Пять холи полный. Заебали эти метки. Пусть там может свободный танк. Слева. Холипал, смотри, глаза разуй. Слева близко. Нахуя ты вспышками света хилишь? Слева далеко. И четвертая справа близко. Можно хилить после шока, если он двигается? У меня 24, я даже не смотрел. Да нет, чем прикол, он только 5 вспышек изнул, типа он изнул после того, как упала глыба. Но упала глыба, блядь, он мог себя одним светом поднять, а он коснул 2 вспышки. Да, у него скрипт на шок. То есть он играет через шок и вспышки. Что доебался до чего? Какая разница, если он все равно да два все, раза блядь, достанул. По тактике говорим, блядь. Тут пока нет чего говорить. Притяжку убежали. Ну, Шевена когда так что выживает? Освобожденка на Невере. Я насколько суров, что только в меня кидают. Похоже, только на тебя одного кинуло, да. Бежали наверх. Не наверх, а стали вот сюда. Стоим, пока метки выберутся. Теперь пошли наверх, кто не с метками. Хил глыби, так что осторожно, не ловите. По центре близко. Забежали за глыбу, падает на лестницу. Стол по склепам. Посередине падает, забежали в другую сторону. Стол по левому, вообще руки убрали от него. Слева далеко. Разбили. Ой, на тебе вилка есть моя, да? Нет. Можно кидать. Эти 7 стаков уебал. Даю шива. Всегда, когда даю ШВ, паладин получает урона. Джованни Невер, освобожденка. Подбежали под лестницу, стали, ждем метки.
Пошли наверх. Джованни и Холли Павлы бежим. Слева близко, забежали быстрее. По левой стоп. Слева близко, забежали. По правой стоп, посередине далеко. Так, там доты мои. По правой стоп, прибежали все за левые. Сука, мне окно завернуло. А, блядь. Разворачивайся. Ёбаный. Сбивайте тут. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Вторая фаза, первый эскейп пойдет налево. Стаки милики не стакаем. Освобожденки тоже. Давил лок налево пошел. Все отошли от лока. Разбили скайп. Быстрее разбили. Найвер центр, я забрал. Там притяжка будет, дам шива. Дал шива. Сейчас добьют. Джованни налево. Где? Разбили скэп. Побежали, скинули стаки. Собрал. Отошли. В центр отошли. Дал прожимку свою. Персадки минуты, 4 ляма, окей. На 2 лямах дадим Геру, будем брустить. Может даже позже. Так, кто там с меткой? Налево. Найвер. Найвер быстрее разбивает. Иди. Разбили. Гим на ману, Джованни. Ой, на хп, на хп. Кликаешь в центр. Сейчас притяжка будет, да, ШВ? Или у тебя когда? Нет, когда. Давай, ШВ. Дал, ШВ, отбегаем. Да, отметка, отойдите. Отойдите. Вот, хорош. Скидывайте стаки. Скидывайте стаки или сдохните. Я быстрее прыгнул. Сейчас поменяю. Центр лу. Ушли с центра. Дефов нет, хильте хорошо. Если что, там шива. Метка, разбили метку быстрее. Может, бурстить еще будем? Да не, еще пару метров. Турбойс налево. Пару меток разбейте. Еще одну в центре и добивать будете. Добьешься и пятьдесят. Дадите первым. Когда все бегут, я там шива. Захильтесь на пул, главное. Танка захильте. Сейчас меня. Ларенс. Последняя. Ушли. И все. Вот это последняя, и остальные в сторону добивайте. Дал ШВ. Там одного так притянул тебя. Разбили глыбу, дали Геру. Все следующие глыбы налево. Все, бурстите босс. Все в бурс, босс. Блять, на мне 700 так. Ну скинь. Что скину? Клыб есть, есть еще. Ключ еще. На стаке похуй, бурстите босс. Забрал. Ну все, заебись. Ну, и лич упадет нормально. Закажет, бля.
Теперь за каждую херню. О, дайте мне вот это все мне на НХ. Я думаю, никому оно не надо. Забирай, похуй. Есть кто-то такой тут, кто не знает тактики наличия? Лучше сразу сознайтесь. Тут вальки. Ну, нужно их либо убить, потому что мы, может быть, вайпнемся пару раз. Стойте. Либо пробежать. О, это души, нормально давай идем. Я предлагаю, или пробежим. Я предлагаю убить, потому что если мы вайпнемся, какой-то пидор их сагрит, блядь, и будет весь инст в бою стоять. Поэтому давайте на мосте их подождем, убьем. Портуйтесь быстрее в средний зал. Вальки сейчас нас прилетят, будет бой, портал не сможете союзить. Да локом там насколько... хули напоминать, на краю ставишь портал и все, нахуй бьешь босса. А, 25 герми 19.00, я понял. Ну, сейчас их обе встретим. Да я похую. Похуй. Забираю. Метку дай на нее, я буду ей стан давать, второй. Блять, вон она, вторая метка. Твоя. Я успел. Звезду первую убиваю. Сейчас дал стан, хорошо. То есть второй каст может быть. Сейчас попробую дать. Потом умер. Вторую вальку бейте быстрее, я стан дам. Дал. Никто не умирал, не знал. А, ну лок лорнес идет в конце у них. Стаков, блядь. На, нахуй. Собал. Рис идти. Реснихи лока и зашли вниз. Жди души за весь инст получил. Нормально, блядь. Ну как за весь инст? Я там слева ебал бить, хуй знает. Давайте справа. Мне тут нравится. Поставь метки, мне надо релокацию. Да, ассист есть? Да, посмотрю. Нема. А теперь? Теперь есть. Будет релогнуться. Припиши релок. Я тоже прописал. Какой-то ачивки с Индре получил, да, получил. Ну, по тактике тут очень просто. У босса три фазы. Одна начинается на 100%, заканчивается на 70%. Это первая фаза. Вторая фаза. С 70 до 40 и с 40 до 10% третья фаза. На между 70% и 40% на этих процентах рейд бежит на край. Будет зима в центре комнаты. Рейд стоит на краю, бьет духов. Вот. На первой фазе лич кидает чуму, зеленую такую морду. Ее надо выносить в трэш про товару. Его надо диспелить. Хулипал ты должен уметь диспелить, либо шаман. Вот, тут из вас должен за это отвечать. Дальше бьется лич, танк танчит мобов, чуму выносят к нему и все, и переводит босс. Это первая фаза. На второй фазе лич вызывает вместо трэша вальку. Валька хватает одного человека, ей дается стан уф танком, либо мейн танком, если его танка схватило, так как у нас два вара. И заливается валька, вальку нужно убить. Вот. Осквернение кидает лич. Этот человек должен с осквернением выбежать. Локи ставят портал на краю, если их хватает валька, их никто не бьет. Они возвращаются порталом. Лужу надо выносить из центра. Если вы лужу разливаете в центре, это вайп, потому что если лужа будет большая, то вальке придется хватать людей вот здесь примерно, где крест стоит. И вы тогда до края очень быстро долетите, вас могут не успеть разбить. По хилам. Джованни в холле приста. Потому что втроем они нихуя не захилят. Дамаг будет большой в танка. Танка, мейн танка должны хилить. Все три хила. Заражение захиливать вы будете. У вас ДЦ нет. Вы будете его захиливать. Как только заражение есть, сразу бурст отдал. Как этот молитвы, если не круг, это подойдет, хуйня. Давай релогайся. Чего не релогайся? И
этот мастер, когда жнец на меня вешается, хуяришь вмешательство, чтобы по мне меньше урона было. Проще хилам будет захиливать. Все-таки на... А если не проебу, да. Сколько там, 20% все-таки? Или 30 там, да? Там 30. Ну это вообще охуенная хуйня. Не... А, 30, да, капли. Это считай, эту хуйню если даешь, но даешь ее как только через секунду по мне тикнет вот эта тьма, тогда вообще супер профитно будет. Он и меньше бить по мне будет, и от ему меньше прилетит. И тычку еще одну ты заберешь. Вот, ну хулипал там, соответственно, частицу и хуяришь, и офтанка хилишь, и рейд поднимаешь. Это вторая фаза. На 40% рейд бежит опять на край, будет два духа вместо четырех. Ребята, когда осквернение кидается, блядь, если вы видите, на этим человеком пишется осквернение на мне, вы сразу от этого человека тоже убегаете, а не только от этого человека, человек один убегает. Это десятка, тут, в принципе, не так уж и плачебно, но, блядь, если что, тут лужа разрастется вдвое быстрее, если этот. Будет еще один человек в осквернении. Плюс. Два еще человека, в три раза быстрее и так дальше. Ну и все, а на третьей фазе лично краю ждется, вызывает духов и водится от края в до комнате, края. В комнате, если локов кинет, вызываете собаку, либо если у вас есть этот волшебный поток. Сбиваете космобу, убиваете моба. Да, то есть бьете моба в комнате, если вас туда позвало. Как только он начал каст давать, ну, кастовать эту хуйню, ему нельзя дать докастовать, потому что если он докастует, он убьет зеленого моба. Сбиваешь каст и все, и там моб уже зеленый захиливается, и уже красного добиваешь. Хилам там надо захиливать и тоже сбить каст надо красному мобу, а зеленого захиливать. Ну и все, и чек хули. Так это в натуре хуйня этот молот вообще-то. Ты даже его не бери, блядь, Джованни. У тебя лучше. Запустили, че? Ну и базарь, я помолчу. На сферах... А, шапа у нас нету. Клыкач, будешь соло? Если че, турбость... Лок. Да не надо ничего брать от соло. Под конец только, если будем выходить, там пару плюх накиньте и все. Красного моба это какого, блядь? Вражеского, блядь. Мастер, ты далеко стоишь. Более быструю, чем друг возле колонны. Если он далеко стоит, то, блядь, подбегите ближе, нахуй. Какие проблемы? Я метку им поставил, они, сука, сразу метку все стали, блядь. Там хоть как можно вставать вообще, хоть, блядь, хороводом бегать. Я уже метком нахуй не расставлюсь. Блядь, видите танк, бегите танк. Треугольничком равносторонним встают обычно. А чего там перебежали все стали, нахуй, я не понял. Главное, чтобы они не близко к тебе были, чтоб чума нахуй. Ты знаешь, как мобов забирать, надеюсь. Не будешь всех подряд забирать. Тут всех подряд не буду. ДК поразгоняется. Главное, чтобы чума, блядь, на мелких не пошла. Первый раз вижу этот колодец в жизни. Тут кошечный просто. Я его никогда не качаю. Прохилим заражение. Его ко мне лечу, он ничего прибежит. Чума на мне. Успел. Диспел. Диспел на. СРД я зону забрал. Больше клива под боссом. Не лети. Ну, походу, спасать тебе придется РДД, хули. Сейчас чума будет готовить. Ебать он чё? Наверслип. Я могу ещё лужу лить, но я думаю... Ты лей, лей. Не надо. Лей, а пусть у тебя будут урдлаки, а не на РДД. На срядриков ни варов нет. Сейчас шума будет 5 секунд готовить. А мне? Бать везет, может. Но времени второго шаркаря не проебал еще у меня. Шаркар так долго нахуй вылазит.
тебя Джума, уже выбежали. Приз, Джумани, приз. Джумани, выбегай. Диспелли его нам. А почему вы не диспеллите? СС кидай на духа лок какой-то. Какой-то быстрее лок СС кастуй на духа. Он встанет. Нет, он не работает. Не работает? Почему? Ну, тестили. Кидал. Шаркаря с меня забери. Падаем. Yes. Блять. Джованни. Кто тупой? Давайте просто подумаем нахуй. Давайте посмотрим, может, дамаг. Бурдалак. Ну, раз понятно. Только, блять, не сказал и вся пизда, да? И то я сказал, он даже не двинулся. Вы должны всегда диспелить через 3 секунды. Даже если человек даун, другой человек должен выбежать. Это задача. Кто тупой? Диспел, не убежал. Рассеивание. Смотрим. Never sleep. Решил не диспелить Джованни. Думаешь, ну нахуй нам этот хил третий. Ебать его в рот, блять. Пускай сдохнет. Так ты подумал? Держу в курсе, я никогда не диспелил. Я об этом первый раз слышу. Ну так вот теперь ты знаешь, река, он что-то другое слышит. Что чума, она вешается. И она вешается на 15 секунд. Через каждые 5 секунд она вдаряет по 50 тысяч урона. Это читай ваншот. Чтобы такой хуйни не было... Нужно диспелить человека. Холипал, подожди секунду. Холипал, ты умеешь диспелить? Или тоже первый раз слышишь? Если помнишь, у меня фурики, там три кнопки есть. Холипал умеет диспелить. Холипал, ты сидишь теперь на диспеле, нахуй. Проебываешь чуму, нахуй, минус 10 кролу, блядь. Ну это нахуй не нужно, ну, блядь. Так хули он там проебёт, буду... блядь. С тремя хилами, как похую, что там у тебя просядет, блядь. Хилит меня. Кто хилит? Давай посмотрим, как вы хилите. Полипал. Так, волна, цепное, побуждение. Щит земли где на мне? Щит земли где? Сука. Он, сука, на третьем, на втором месте. Вот шейпер. Кидаешь на меня теперь всегда. Пок и ды обновляешь. А он на тебе висел весь бой. Держу в курсе. Ну, нихуя. Давай посмотрим. Эффективное полученное исцеление. Давай посмотрим. Мастер. Давай. Так, never sleep. А, вот, той натуре 33 тысячи, нахуй. А чё так мало-то, ёбаный в рот. В натуре висел. Ну от холипала 300 тонн я получил. 300 тонн это большой хил. Но, блядь, холипал, это один ГКД ты проебаешь. Сколько там, 5-6 чумы? Это ты одно ГКД проебешь. Плюс у тебя избыточного, смотри сколько. Избыточного у тебя, нахуй. Блядь. Я, мне кажется, или 2 миллиона 400, нахуй. Ёбаный в рот. 2 миллиона 400. Представь, сколько. Представь, да? Это еще 2 миллиона. Избыточно. Он просто стоит оверхилле. Он стоп. Зачем? Так что ты из 2 миллионов 400 проебешь там, допустим, 100 тысяч из-за того, что здесь были 6 чумы, я думаю, лок, блядь, ничего не происходит. Лок, ты встаешь или нет? Весните лок, я ему дал масредство. Так что ничего у тебя не просядет. Включайте мозг, по-моему. Да нахуя тут рыба, блядь? Сначала нахуй покажите, что вы можете играть, нахуй, а не смотреть, как умирают люди, блядь, от чумы, нахуй. Есть барабаны на лапах. Не кто-то дал. Как человека доберу, да, морчину. А я не знаю, кстати, ребята, как вы играете, я не знаю, как на сервисе лок мак работает. Но если вы специально как-то развешиваете на вурдалаков хуйню какую-то, это хуёво. Постарайтесь больше именно в этого, в лича дамаги хуярить. Так нет. Я вот пострелся с ДПС лок. Нет, там с Т4, там с Т4, блядь, не это самое. Там какая-то хуйня есть у них, надо читать бонус, так я не знаю. Так что старайтесь больше в лича именно внести. Похуй там. Ну а ты хуярь мор и хуярь лужу на каждой вурдалаке. У тебя откатывается. Запускаю. Не тупим, ребята, с чумы. Они будут на тебе, лучше так будет. Лед тоже тут ставит. Что ставить? Тотем льда тоже тут ставит. Только на переходной фазе. Нет, не надо тотем льда. Вообще нахуй не надо. Потому что, блядь... Кто два тика стоит, ну, ладно, это пиздец. Да нахуй там шевеб, да ты умираешь. Ну, если рейд не перебежит, это надо смотреть. Ну, если, блядь, если в центре стоять и бежать, то можно было. Ты пройдешь через эти мучения.
если в центре стоять. Вот, вот этот щиток, если ты успевать будешь на осквернение кинуть с черепком человека. Ебать, ты будешь топовый, пиздец. Он сейчас не будет стоять, блядь, хилить нахуй, не будет стоять, знаешь, чтоб скинуть на черепок, да? И сам в центре нахуй лужу разольет. Ну давайте, хуй. Ничего, вырезки же хидают в ХМке. Может и тут покидать щиток. А там время дохуя. Если проклятие кидать, 2-3 секунды есть, наверное. Так, а чё ты, блядь, не сутаешь? А, барабана. Чёрт, тварь. Готовимся скоро, чумы. Выбежал, кукач. Чума, блядь. На мне чума диспел, диспел. Чума через 6 секунд готовимся. А там ширкаря перекинулась. У тебя должен был, должно быть два моба, а не один. Ёбаный в рот, нахуй. Забери одного. Диспельте чума. Правило двух мобов. Я понял, что чума на меня накидала. Бать дешок как нас. Вон он издалека. Умирает моб. Все. Ебать. Ну. Не... Страшно. Мелких не бери, пока один из шаркарей не сдох. Я с РДД забираю. Мелких не бери, приоритет ширкариус. Один ну, сдохнет. Взять, все в РД зоны идут нас. Один сдохнет, заберешь. Да хуй на них, пусть сдохнет. Сейчас чума, готовимся. Прохил. Навер. Навер, навер, навер. Диспел. Возвращайся обратно. Чего процентов? 76. Я шаркарь, блин. Все перед тобой. Шаркарь, блять, о, хадешнул, подношу. Все, забери. Все, и стой с этими двумя мобами. Он быстро сдох. 2% добивайте, без речи. Чума, готовим. Ларнет. Ларнет. Убегай. Испал. Он лок порталом дал. База, готовимся. На край. Да, он. Сначала шаркарь сдох, диспел его, и теперь циркарей может он тить. Захиливаемся. Дай гимн. Гимн на ману, шей. Что второго будем забирать? Так, чума, блять, в рейдена. Заебись. Как так? Надо выносить. Не диспельте дохуя. Вынесите ее, ебаный рот. Вынеси. Не диспельте, диспельте, блядь. Там 400. Да, блядь. В зиму заходите. А ты че с чумой вышел? Нет, чума была с меня с диспелена. Ты что-то на мелком еще была, блядь. Откуда нахуй? Оху, диспелили бы эти, блядь, 7 стаков. А лок в последний вышел был или нет, нахуй? Я что-то не заметил, да, куда его здесь. Забейте хуй, нахуй, бегите быстрее сюда и все. Дольше будете думать, блядь. К какому краю ты подошел? Ты к мобам подошел или куда? Да до пизды вообще, блядь. Такой хуйни не зазнал. Если бы так как бы сказали, что там диспелли, я бы нахуй мелкий собрал, блядь. Новый трай уже, блядь. Новый трай уже, блядь. Починились, поднялись обратно. Скорее всего, Лу, когда побежал с чумой, моб нахуй
Который... Нет, там Лока, там мелкие были в РД-зоне, короче, и Лок вышел к какому-то краю, а там на мелкого скинуло. Я проверил своих мобов, на них не было чумы, я вернулся к лечу на сапогах, она бы не успела даже кинуться, они не добегали до меня, я на сапогах вынес. Вот чем плохо, блядь, в РД-зоне мобы, это поэтому Лун нахуй, я не знаю, блядь, милика надо еще. Хуй его знает, похуй. Так, ты всегда держи два моба, ты одного шаркаря держишь, они так быстрее будут умирать. Это ситуация просто на дистанцию друг от друга набирать и диспелить по КД, это диспел не тебя останавливает вообще. Можно было просто выбежать. Ну не так же, сука, по каждой КД нахуй диспелить, ебаный рот, там 5 секунд до 50 тысяч урона, сука. Отбежать от рейда за 3 секунды нахуй и диспелить, что так нельзя, что ли, блядь? А диспеллер ебашит нахуй по кнопке, диспел стоит, блядь, чума прыгает, он диспелит нахуй. Конденсат похуй, что на лече, блядь, будет, и 50 тысяч по танку ебанет, и пизда, блядь. Вы, конечно, ты берсу диспелишь? Бывает, да, кидал. Помимо этого конденсата, нахуй, который будешь ждать, блядь, 20 секунд на начале второй фазы, блядь. Еще и жнец есть, нахуй. Так что. Фулрибаф раздали. Не должно быть такой чумы гуляющей. Может уже фласки выпьем с рыбой и будет два шаркаря, не? Какие нахуй фласки, блядь? Ну, кашные, нахуй. 50 голды че жалко, да? 50 голды, да. Аж на целый час. Так, Арчен на пол. Полипал без маны. А, не, мана есть, хорошо. Джованни. Либо будет или... Не будет еще. Я вот эти фазы дойдете, тогда посмотрим. ДРТ полчаса, я последний трай. Сейчас, нахуй, либо вы включаете свою голову, нахуй. Все здесь были, блядь. Либо расходимся, блядь. Там пишут РТ, возможно. Да похуй вообще. Я не вижу, пока Тёма, нахуй. Нахуй без лича останетесь, блядь. Я не буду. Будет, значит, будет что-то другое. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. В ваших силах сыграть, блядь, нормально. Может, 10 хэмпин соберу. Либо РС вторую. А тебе когда уже на второй раз продать? У меня в арбискале. Да там хули два раза. А, ты сюда не собрался? Они хилов не находят. Хилы дефицит. Нахуй липал, наверное. Крест у тебя хуёвая метка, убери её нахуй. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел сюда. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Готовимся, чумаши. Чумак, лыкач. Спел. Возвращайся, враг. Чума, холипал, побежал. Диспел. На мелком моба ушла, который перед мелкий нами. Мелкий моб, забери его. Рано сдиспелил нахуй. Кто там диспелил? Шаркар будет. РДД, отойдите немножко нахуй, чтобы с этих мобов на человеков не диспелилось. С людей на мобов не диспелилось нахуй. Сейчас чума вот. Будет, готовимся. Вот так хорошо. Которого в РД-зоне нету. Чума. Спел. Отбираться в РД-зоне одного. Всякий, блядь. Готовимся, чума, 6 секунд. Прожимаешь его, если чё, наверное.
Лол, чувак. Спрел. На маленьких, наверное. Ну, посмотрим. Нет. Почекай мелизон, ну. Не, на моих нету. На моем есть, блядь. Чумаша спроебется, забираем мелкого. Сардазона забирай. Шаркари. Ты чума? Чё это? Ты чума? Да, да, вон там. Забираем. Чума на мне. Диспел, диспел, танка. Взять рано. Джимани. Чё с ДПСом такое нахуй? Чуму смотри, на мобе есть? Есть. Переводите на. Давай, Дим. Диспель себя. Диспельте его. Диспел чуму. Хорошо. Вроде нет, она. Сфера, сфера. Сфера, сфера. Бью, бью. Вы бейте могу. Крик на хп. Второй дневный будет. Переключаемся в нового. Блять. Промах. А он что за хуйня? А, он эвейден. С эвейденса, ну. Третьего бери. Да. Ну пробуй. Да не, нахуй надо падать. Сало. Да это залупа, блядь, нахуй это надо. Не хилите, ну-ка, не бейте, нахуй, бейте. Падайте. Не хватает тут нихуя, ни ДПС, нихуя, блядь. Надо в 2 хила, значит, идти, нахуй. Да хила не хватит тогда, блядь, 2 хила, нахуй. Тупо первый. Не хватит там хила. Не посмотрим. Чего с на этой фазе было, блядь, нахуй? Вы, блядь, я не знаю, сколько времени били. Да не хватит, блядь, хила там. Тотем, нахуй, гибну, шли, нахуй. И просто ты сядешь на второй фазе в ноль, блядь, и пиздец. Тут друида парочку нужно. Присты, друид. Только, а чё у тебя 5к ДПС, нахуй? Кого? Что, ебать, не ауешь? Или чё, мне ауешить? По вордлакам? Всё равно мало. Блядь, извини, мне 0 крита. Именно по бафам. Да все тут нехуй делать, я ебал. Тут сидеть.